Сейчас о благотворительности. Мы в ответе за тех, кого приручили. Строки из повести «Маленький принц» стали девизом для приюта животных Кунгуре. Дворовых собак с каждым годом в городе становится больше. Зачастую они попадают на улицу, став попросту ненужными. Хозяева избавляются от них, как от старых вещей, выставляя их за порог. Брошенные и забытые, вынужденные блуждать по городу в поисках пищи, тепла и места для ночлега, они дичают и проявляют агрессию к человеку. В современном обществе на такую проблему внимание обращают лишь эпизодически. В то же время приюты, где за животными ухаживают, стерилизуют и помогают им обрести новый дом, работают постоянно. Кунгурский приют «Передержка» существует только за счет пожертвований небезразличных людей. Также средства собираются из личных доходов хозяев приюта и его работников. Удивительно, кто-то тратит зарплату на новый телефон или одежду, а кто-то на поддержку бездомных животных. Благотворительная ярмарка в поддержку кунгурского собачьего приюта под названием «Мы в ответе за тех, кого приручили» прошла в выходные в нашем городе. На территории 17-й школы в микрорайоне Первомайский дети исполняли песни, читали стихи на тему забытых братьев наших меньших. Ростовые куклы и катание на лошадях порадовали малышей, в то время как параллельно развлекательной части шла активная ярмарочная торговля ручными поделками. Собранная сумма пожертвований, а это почти 11 тысяч рублей, пойдут на строительство внутри приюта новых выгулов для собак. Свои пожертвования смогут нести все небезразличные горожане. А как это сделать, расскажут по номеру телефона, который вы видите на своих экранах.